Всем привет, это Дима. Сегодня я вам покажу, как можно обыграть бинарные опционы бинома в том числе. Ну, я играю только в проверенных бинома, то есть именно вот тут ссылку я в описании оставлю. Наш график упал очень. Поэтому мы сейчас, угадайте, сколько я поставил? 20 тысяч рублей. График упал. И когда он падает, и он, кстати, еще сильнее падает, падла. Лучше бы я, конечно, вот здесь бы поставил, тогда бы я был бы вообще 100% в шоколаде. А так, ожидаемый доход 20-саточка. Так, подожди. Кстати, на балансе у меня вот если что, 56 было тысяч. Ой, не 56, а 66 тысяч было первоначально. Вот. Играю тоже на новом аккаунте. Во-во-во-во-во. 36 тысяч ожидаемый доход. Но график может еще и упасть. Сейчас посмотрим, будем наблюдать. Вот моя линия, мои ставки. График пошел вверх. Это вообще отлично. Надеюсь, до времени экспирации он закончится. То есть, знаете, я дождался того момента, когда график был внизу. Я поставил ставочку вот 20 тысяч рублей на то, что график пойдет вверх. То есть я нажал на зеленую кнопочку в этот момент. И все, блин, елки-палки. Ожидаемый доход 36. То есть, в принципе, все четко. Надеюсь я, что за 13 секунд мой график не упадет. Достаточно большая разница, хотя бывает выходные очень резко падает, то есть можно проиграть. То есть советую тоже вам играть, если играете там понедельник, вторник, среда, четверг. Вот в пятницу даже тоже не особо советую. Все, плюс 36 тысяч, на балансе 82 966. Мне в принципе это уже хватает на сегодня. И даже сегодня, наверное, больше играть не буду. Поставлю на выплату, оставлю 40 тысяч, поиграю в этом аккаунте через неделю. А сегодня пока я про него забуду. Только вот на выплату чуть-чуть поставлю и все. И дам совет, если вы новичок, сразу бабки-то не ставьте. То есть вы понаблюдайте хотя бы недельку по всем графикам, как они ползают. У вас должна выработаться чуйка. То есть тут не надо никакие там расширения, приложения, чтобы там что-то кто-то рассчитывал. Это все шляпа. Такого не существует, мне кажется. И стратегий тут так таковых нету. Здесь просто тупо надо понаблюдать за графиками. И вот в такие моменты, когда график падает, ну, сначала посмотреть, как они идут. Они могут либо резко подниматься, резко опускаться. Вот. Просто колесико мыши увеличиваем и сидим пару часов вот так вот смотрим. Это как бы такая нелегкая работа в целом. Вот. Но я потом вам обязательно запишу видео, сколько я уже выиграл здесь. Конечно, я не знаю, выкладывать такое видео или нет. Вот, но это потом посмотрим. Ладно. В принципе, сегодня в плюсе, больше пока играть не буду. Вот, всем пока. Все ссылки в описании будут. Это бинома было. Вот, всем пока-пока. Если что, комментарии пишите там. У кого какие тактики, секреты, там, может, бинома. Посмотрим, что почем. Вот, ладно. Всем пока-пока.